ваш выбор. И здесь играет роль состояние доверия. То есть у нас есть такие три основы. Это практика тела, это доверие, сердце, сознание и вера. Соединение с высшим потоком, который нас ведет. И вот этот выбор сознания, что мы делаем? Если мы делаем выбор быть открытым, чувствовать единство с другими людьми, наше сознание открывается, наши возможности соединяться с потоком, ведущим нас с другими людьми, многократно усиливается. А когда мы закрываемся, все изменяется. Все изменяется так, что человек начинает отделяться, обособляться. То есть закрытость. Закрытость, прежде всего, это вот оценка. Оценка умом. Если вы думаете о ком-то, и вы просто думаете, это одно. Если вы начинаете оценивать каким-либо образом его действия, это означает, что вы вмешиваетесь в судьбу человека. И когда мы общаемся с кем-то, когда мы думаем о ком-то, когда мы вспоминаем что-то, когда мы мечтаем о чем-то, у нас есть выбор. Разрешить людям быть такими, какие они есть, и себе то же самое разрешить быть таким, какой я есть, не бороться с этим. Не анализировать, либо начать оценку. Оценку, обсуждение, выстраивать какое-то мнение по поводу какого-то поведения своего, другого. Что есть, то есть. Есть возможность что-то изменить, сделать. Выбираем это дело. И вот это чувство открытости означает, что мы соединены мы в единстве с другими живущими на Земле, во Вселенной. И вот здесь, когда человек начинает уходить, убегать от каких-то препятствий, которые ему даны как возможность роста, очередного преодоления и роста, то убегание, оно приводит вот к этой закрытости, обособленности, к остановке развития. Каждый человек с кем-то, с чем-то соединен. У нас есть родственники. У кого-то они рядом, у кого-то недалеко. Какие-то родственники умерли. Сохраняет память. Клетки тела также сохраняют. И нам нужно увидеть не просто обиды на кого-то, потому что это явно и даже просто. Нам надо увидеть вот те оценки, которые мы допускали в адрес кого-то, в том числе и себя, и отпустить это все из себя. Отпустить, увидеть вот эти вот какие-то оценочные мероприятия свои, когда мы напрягались или даже были расслаблены, но мы накручивали, наверчивали в своем уме или действовали каким-то образом, сообразно этой оценке. Не по велению сердца, по велению души, а вот на основе вот этих умозаключений. Насчет умозаключений, конечно, мы уже рассматривали о том, что мысли у человека нет, значит и мнения нет. То есть это есть информация, которая есть во Вселенной и в теле. Есть работа программ подсознания человека, поле, которые хотят жить тем, что они будут делать акцент на чем-то, на поведении человека, на отношениях, на способностях, на каких-то идеалах, принципах. Целый спектр жизни человека, он все время подвергается каким-то оценкам. Мы так привыкли, надо отвыкать. Время другое. То есть время открытого сознания, открытости. Есть
не будем путать, есть деловая оценка. Когда вы выполняете какую-то работу, вы проводите какое-то мероприятие, вам нужно оценить обстановку, возможности людей. И опять же, если мы знаем, что какие-то люди могут что-то делать, но мы знаем это по их прошлому, так же и по себе, мы знаем, что мы что-то могли делать. Если мы это привнесем в свое настоящее, то, что мы могли делать, мы остановим свое развитие. А в будущее тем более. Мы знаем, что ничего не знаем. Что мы можем? Мы можем многое. Человек – это нечто необыкновенное. Поэтому вот эта открытость – это вот такая основа, потому что это вот центр, это середина. Есть еще один центр, он у нас соединяется с информацией, он играет роль в соединении с высшим потоком ведущим. И вот здесь, в ментальном центре, как раз и собираются вот эти вот кучи программных деяний, образов, которые создают различные мыслеформы, живые по сути субстанции, мешающие развитию. И вот здесь у нас опять есть выбор. У нас есть знание, есть явное ощущение потока силы, который ведет нас. Поэтому если мы делаем выбор просто верить в то, что нас ведут, и то, что мы идем, невзирая ни на что, что бы ни происходило, мы будем идти. И если мы начинаем, опять же, допускать своими мозгами какие-то сомнения, сожаления, допущения, значит, путь останавливается. И то, что мы допускаем, это обязательно в своих мыслях, обязательно соединяется с чем-то на стороне. Не слушай идущий, кричащих с обочин пути твоего. Есть такое стихотворение, читал восточно. И вот теперь мы будем уже заниматься, вот сейчас будем отпускать то, что где-то внутри нас сидит, то, что наболело, не техническим способом, звуки там, какие-то продавливания или еще что-то. Будем ходить в состояния. Те состояния, которые вам знакомы, которые вы можете ощутить. Если вы ощущали чувство любви, то это безграничное, всеобъемлющее, значит, ходите в него и так далее. То есть все вот эти добродетельные наши состояния мы будем создавать, соединять и выпускать в свое поле, выпускать во Вселенную. И тогда мы начнем что-то менять. Менять, реально менять. А вот эти практики подготовительные, ну что ж, это, как бы говоря, делается всегда. То есть убирание препятствий, предварительно мы что-то сделаем, а затем, когда мы сядем, мы уже не будем делать ничего, кроме как своего состояния. Состояние, в котором мы соединимся со своей душой, будем очищать и свое тело, и свое поле, и свое сознание, душу. Вот так. Вопросы? Какое-то, то, того чувства, что тебе известно. Что поможет в этом? Тело всегда и поле всегда помнит. Нужно просто захотеть этого. Есть память, память именно тела. Тело испытывало какие-то чувства. Если тебе свойственное чувство доброты, щедрости, ты вспоминаешь, как ты вот что-то кому-то делал,
Но мы помним, что доброта – это то состояние, когда мы отдаем и не ожидаем взамен никакой отдачи. И вот, когда, помнишь это чувство, когда ты отдала, это может быть какой-то подъем был тебе такой. Может быть, гордость за себя, что ты можешь делать. Неважно. Через год это будет другое состояние. Еще через год, еще другое. Мы все время меняемся, мы все время развиваемся. И вот это, понимаете, вопросы, когда человек, занимающийся практиками, делающий, неоднократно проходящий какие-то испытания, занимающийся по той системе, которая дает возможность расти в состоянии, взращивать состояние, когда он начинает задавать вопросы, это работает ум уже. Это работает уже какой-то страх, потому что две крайних составляющие человека – страх и любовь. Все приводит либо к страху, либо к любви. Так человек и живет, раскачиваясь между двумя полярностями крайними. И это есть развитие. Открытость. Мы будем еще говорить об открытости, и вы тоже что-то приводите примеры, потому что вот это есть показатель неоткрытого полностью центра сердца. Он может открыт быть в поле, практиками, чем-то, но в теле, в энергетике, на психофизическом уровне он зажат. Это видно даже будет по структуре. И тогда возникает всегда какая-то опасливость. А в духе что-то не так сделают. А не надо ничего бояться. То есть сейчас как раз есть выбор. Вы начинаете что-то делать. Вы не знаете, как это делать. Или вы когда-то делали, уже не помните. Начинайте делать. То есть откройтесь этому делу. Или вы не знаете, о чем что говорить с человеком, с кем вы общаетесь. Начинайте это. Начинайте просто. Если вы начнете думать об этом человеке или об этом деле, вы не соединитесь, вы закрыты. Все тела должны быть движением, и физическое тело тоже. И ученый, который начинает думать, у него же начинается процесс информационный, затем он включает тело. Одни чертят что-то, пишут различные какие-то свои умозаключения на доску, выводят там над пером своим, начинают видеть это, то есть они проводят поток. Другие начинают делать эксперименты какие-то лабораторные, они начинают что-то делать. То есть у вас возник какой-то вопрос, возникла какая-то ситуация, действуйте. В отношениях это особенно видно, в отношениях между близкими. Не допускайте в мыслях своих оценки. Они будут звучать еще долго. Отделяйтесь. Сразу же разрешайте своему близкому делать так и то, что он будет делать, а не то, что вы хотите. Понимаете, здесь высший смысл на самом деле. Каждого человека ведут. Если мы вмешиваемся своими действиями, мыслями, а мысль это уже начало действия, она ведет поток энергии, вмешивается в деятельность другого человека, которого уже ведут. Извините, но вы совершаете вторжение. Это есть агрессия. Мы рассматривали много раз, что такое кармическая агрессия. Я неоднократно делал вам диагностику и говорю, вот у вас агрессия там по отношению. У вас как бы нету ее,
На самом деле она уже есть, потому что в этом случае вы сформировали неприятие человека. Вы же хотите проявить активность в отношении кого-то. Ту активность, которая выходит за пределы вашего тела. В диагностике это видно. И по этой линии, по этому потоку направляется ваше движение, движение ваших тонких и плотных энергий. И вы начинаете сразу же воздействовать. То есть, если вы с чем-то не согласны, или вы хотите просто помочь, но не говорите об этом открыто. Вы недовольны кем-то, чем-то. И вы молчите. Или вы начинаете говорить, но говорите именно свою оценку, свое недовольство. Но на самом деле нету своей оценки у человека, нету своего мнения. Значит, человек проводит уже какой-то поток, не свой, не тот поток свыше идущий. Теории, да, как бы просто вот я рассказал теорию, которую мы пробуем выходить в мир. Она на основе, конечно, многих духовных учений, в том числе нашей даосской. Но практики это как раз самое главное, двигаться и действовать в состоянии. В высоком состоянии тела. Потому что мы тут сейчас посидим, зададим состояние. И вот тот вопрос, что Ксюша задала, как раз и является вот таким ответом, что мне делать. Потому что сейчас человек идет что-то делать и не знает, что именно делать. Потому что есть работа ума. А не надо думать. Пришли две девушки ко мне, да? И абсолютно одной делаю сеанс, а другая, ну, говорит, можно я книжки возьму? Я говорю, да, конечно, никаких проблем. И она выбирает именно Монте-Кассиа. Я, причем у меня импульса не было никакого. Она берет его, достает. Я говорю, вам это интересно? Она говорит, да. Читает. Закрывает. И говорит, я бы хотела бы эту информацию. Это как? Ну, что могу сказать? Я давно уже говорил, когда шла речь о клиентах, я не хочу кого-то пускать, я не хочу что-то. Всех ведут, и к тебе тоже приводят. И одних приводят для того, чтобы ты просто сделал им массаж. Другим приводят для того, чтобы ты дал им какую-то информацию. А третьих приводят, которые уже готовы что-то делать. И они уже эту информацию, уже их руки сами тянутся. Здесь, скажем, немножко другое. Вот. Так что у нас есть три составляющих. Наша психофизика, физическое тело, энергия, то, что мы ощущаем, чувствуем. У нас есть сознание. То, что мы выбираем, чему быть. То есть создаем состояние. И у нас есть вера. То есть мы знаем, что мы действуем правильно. Как бы мы что бы ни делали, мы действуем правильно и мы двигаемся. И вот эта вот вера как раз, она может быть от мелкой, обыденной. Когда вы что-то, допустим, принимаете для того, чтобы вам помогло, если у вас есть сомнения, как вы рассматривали этот случай, есть сомнения, то начнется уже торможение процесса помощи. Вы обращаетесь к кому-то за помощью, а вы начинаете сомневаться. Не нужно, нужно доверять.
Доверять, есть слово доверять, но проверять. То есть вы на своем уровне, в своем состоянии создаете вот эту открытость доверия. Но есть действие. И ваше тело, ваши ощущения. И вы почувствуете, если вы что-то делаете с человеком, если вы доверяете и человеку, и своему телу, ваше тело вам подскажет всегда, что лучше это не делать или делать. А также вера, которая вам поможет в сомнениях различного рода. Ни сомнений, ни сожалений. А уверенность и доверие. Ну что, кого еще что есть? Так, сколько у нас?